Приветствуем вас на канале Детский мир. В этом видео стихи о природе. Природа – наш огромный дом, и всем найдется место в нем. Букашке, зверю и побегу, и дереву, и человеку. Хоть дом большой, но хрупок он, ему все хуже с каждым днем. Не враг вредит из века в век, природу портит человек. Но, может, скоро мы поймем, что мы неправильно живем, что дом наш охранять должны от грязи, злобы и войны, чтоб в доме нашем навсегда царили мир и чистота. Что такое луг? Что такое луг? Ковер травы вокруг, цветов нарядных венчики, звонкие кузнечики, мотыльки игривые, жуки неторопливые, с медом сладким пчелки, песня перепелки, мяты аромат, лето нежный взгляд, и до белых мух с дудочкой пастух. Берегите родную природу, эти реки, леса, поля, потому что все эти просторы – это наша родная земля. Объясняйте везде и повсюду, что природу нельзя губить, потому что родную природу нужно холить, лелеять, любить. Каждый кустик и каждую веточку нужно тщательно охранять, относиться к ним очень бережно и в обиду их не давать. Человек, ты царь природы, о тебе веду я речь. Можешь ты помочь живому или на гибель всех обречь? Помоги траве родиться, белкам жить, а рекам течь. Ты на свете самый главный, значит, должен всех беречь. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.